Всем привет, парни и девчонки! С вами я, эндуромастер. И сегодня у нас следующее занятие по статик балансу на заглушенном мотоцикле. Итак, напоминаю, что нужно сделать. Поворачиваем руль влево. Зажимаем передний тормоз. Кстати говоря, руль можно и вправо повернуть. Просто влево удобнее. Влево удобнее начинать. После этого становимся и балансируем правой ногой. Ну все, я баланс ловил. Обойди мотоцикл. Это не считается. Еще раз. Покажи, что колесам ничего не приставлено. Короче, парни и девчонки, как видите, могу стоять сколько хочу. Не через секунду. Проблем никаких нету. Если вы словили баланс, то вы можете балансировать уже любое количество времени. Можете ногу ставить на подножку, как я делаю, да? Можете, вот, смотрите, поставил ногу на подножку, стою. Видите? Как только теряю баланс, начинаю выправляться. В общем, учитесь делать статик-баланс и будьте крутыми, как эндуромастер.